Этим перекроют, после сюда сразу подъезжают, где эти самые. Последняя поездка с трагическим итогом. ДТП с тяжкими последствиями произошло в поселке Солнечное на 5-м километре Зеленогорского шоссе. Автомобиль с гражданами Молдавии на большой скорости выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревьями. 24-летнего пассажира иномарки от удара выбросило из машины. Мужчину, прибывший экипаж ДПС, обнаружил лежащим на земле в бессознательном состоянии. Определить марку разбитого автомобиля было весьма непросто. От столкновения с группой деревьев транспорт был сильно покорежен. О мощности удара можно судить по двигателю, который лежал отдельно от машины. По уцелевшим фрагментам кузова удалось определить, что это была Mazda 3-й серии. Еще выше. Хорошо, все. Спасибо. Пассажира из японского автомобиля медикам спасти не удалось. Через несколько часов мужчина скончался от множественных травм, несовместимых с жизнью. Водитель Mazda находился в автомобиле. Для того, чтобы его извлечь, потребовалась помощь спасателей. У 27-летнего мужчины, находившегося за рулем, в результате аварии медики зафиксировали многочисленные переломы ребер, предплечья, таза и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший находился в полусознательном состоянии. Все, братишка, все нормально будет. Все, голова ничего не кружит? Берем. Возьми там, а! Да. Стой. Отлично, осторожно. На данный момент установлено, что автомобиль с молдавскими регистрационными знаками двигался по шоссе в сторону города Зеленогорска. В 22 часа 30 минут на высокой скорости водитель Mazda не справился с управлением и съехал в кювет, находящийся на стороне проезжей части для встречного движения транспорта. Также установлено, что водитель был трезв. На месте ДТП сотрудники полиции не обнаружили ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения мужчины, находившегося за рулем иномарки. Материалы происшествия переданы в ГСУ, Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.